Самой большой гордостью для мастера художественной обработки кожи Валерия Келиугла является то, что он, несмотря ни на что, развивает ремесло своих предков. Изделия из кожи – это уникальный вид одежды гагаузов, а также пример богатых традиций нашего народа. Это очень сложное ремесло, но мы не забываем его, так как оно досталось нам от наших отцов и дедов. Сегодня мы занимаемся обрабатыванием шкур и используем современные технологии, привезенные из Европы, Турции и Италии. С годами этот процесс усовершенствовался. Сегодня мы также изготавливаем изделия из шкур. Продукция, изготовленная мастером, востребована не только в Республике Молдова, но и за ее пределами. Участие в международных выставках дает возможность не только продавать изделия за границей, но и демонстрировать всему миру продукцию гагаузских мастеров. И продаем, и демонстрируем свое ремесло. Были в России, Белоруссии, Венгрии, Турции и других странах. Нас уже знают, гагаузскую продукцию ценят. Кожаные шапки, ушанки, комнатные тапочки, детская обувь, ковры и одеяла. И это не весь список изделий Валерия. С особой гордостью он демонстрирует изготовленные им национальные жилетки. Это ручная работа. Это очень красивое ремесло. Будучи школьником, я занимался рисованием. Это пригодилось и в жизни. Сегодня по вечерам я вырезаю этот национальный орнамент. Помимо обработки и изготовления изделий, Валерий занимается и выращиванием особой породы кроликов. Бельгия, Ордан, Гетердем, Тавшамнары. Бунар, Тавшамнар. Этих кроликов я привез из Бельгии. Это особый вид. Их в мире насчитывается 28 видов. Ценится уникальным окрасом меха. В Германии все удивились, что из Гагаузии приехали за этой породой. Обрабатывание шкур и изготовление из кожи различных предметов, как бытового, так и декоративно-художественного назначения, для Валерия не просто способ заработка, но и как источник для вдохновения. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости.